Мерови Епрем. Ну а сейчас народ выходит Мерови Епрем. Скинулись все монакские князья, нашли денег в Монако и прислали девушку на чемпионат Европы по фигурному катанию. Деньги собирали буквально, я думаю, по всем монакским казино еще. Я думаю, просто около дворца постояли немного, и этого хватило. Кто мимо проходил, да? Если казино, то я думаю, это призер катается. Призер катается? Да, если казино. Но в любом случае, это, конечно, юмор, шутки. Надо пожелать хорошего выступления этой спортсменки, как и всем остальным, естественно. По происхождению она француженка, но вот выступает под монакским флагом. Наверное, сие выгоднее. Мерови Епрем. Так, у нас уже был на этом чемпионате, не с того момента поставили музыку, да, не с того момента поставили музыку, я думаю, что это, конечно, музыка, да, наверное, но поставили не сначала. Ну что, есть возможность еще поговорить с тренером? Представляете, она какое ее состояние, она вот так вот головой вообще, конечно, качает, говорит, вообще, ну что, конечно, такое, я и так тут вся на нервах. Вообще, конечно, это очень тяжело, то есть спортсмен собирается один раз, уже наставление тренера было, ну давай, поехали, все, давай вспомним, что надо, и вдруг возвращаться к тренеру и начинать по новой, да, конечно, это сложно. Ну, конечно, она подъехала к судье информатору, обязана, да, она подъехать к вот к той стороне, где сидят судьи. Так, что-то какая-то заминка, причем серьезная заминка. Есть что объясняет, что, в общем, денег не хватило на музыку. В чем проблема-то? Какие-то длительные переговоры. Я думаю, что перепутали диски. Не дай бог, конечно, перепутали диски. Такое ощущение, как будто она провинилась сама, фигуристка, потому что так выражение лица вот, у арбитра, который ей что-то объяснял, говорила, мол, ты сама не права. Что такое? Вот, видите, действительно, она совсем обескуражена. Ага, спросили, можно ли еще раз ей попробовать начать программу. Да. Во испытание-то, дебютантки чемпионатов Европы. Сейчас надо, конечно, отбросить все волнение, собраться и прокатать. Пожелаем, чтобы все было у нее нормально. Особенно это важно будет первый прыжок, первый элемент. Ридбекер, есть, но с касанием руки. Ну ничего, молодец, молодец, набирай обороты. Рукой она коснулась после исполнения тройного прыжка. Еще одна ошибка, серьезное падение, тройной тулуп не удается спортсменке. Ну что ж, можно это отнести, конечно, и к началу ее короткой программы, даже возвышаются с музыкой. Но вот Валерий Александров такой тоже коснется. Вот она, да, и ошиблась, и коснулась как раз ногой, да, на две ноги и падение. Тяжело, конечно, справиться с волнением после такого начала. С этим могут справиться только большие мастера, но это юная фигуристка, конечно, еще и это не подвластно. Эта музыка очень красивая. Программа, саундтрек к фильму «Победа, победа». Ой, какой фильм, прошу прощения.
Виктор и Виктория, конечно. Так это фильм называется. Четко встала как раз под камерой, что вот этот вертикальный план сверху очень красиво смотрелся. Ну что, Мировея ПРЭМ, представляющая Монако. Увлекается она кино. Наверное, поэтому как раз и выбрана музыка из кинофильма «Виктор и Виктория». Да, снято круто, наклон корпуса на приземление, сесть на касание рукой. И двойной тулуп, каскадис с Луцем, с Рейбергером, так, тулуп, тройной тулуп. Да, тоже самая ошибка, не так круто, естественно, падение. Очень болезненное падение было. И вот это аксель. Аксель. Двойной аксель. Да, вот этот элемент немножко тоже на выезде. Вылез наружу, прыжки на выезде. Тем не менее, неплохо. Неплохо и явно не последний результат сегодня. Уже выступили 12 девушек у нас. Лидирует по-прежнему Александра Ивлева. И мы держим за нее кулаки. Я думаю, она и сейчас сама где-то здесь, на трибунах в Варшаве. В этом дворце смотрит за своими конкурентками, потому что ей придется достаточно долго ждать. Ведь мы на это надеемся. Хороший результат в короткой, действительно, Александр. Да? То есть, в общем-то, я думаю, что те, кто сегодня выиграют короткую программу, наберут в районе 55 баллов за нее. Ну, по крайней мере, Ивлевой 50. То есть это все группы, которые будут выступать позже. Соколова, Сара Майер, Сюзанна Пойкио, Кира Корпи, Гедевинашвили, Паву Костнер, Себастьян. Вот это такие сильнейшие европейские фигуристки, топ-10, можно сказать, да. Выйдут они в последних двух разминках. Ну, очень уверенная ступенька для второго шага, для произвольной программы она сделала. Это очень отрадно, и, конечно, будем желать, чтобы она как можно дольше сохраняла свои эти позиции. Да, речь об Александре Ивлевой, которая сейчас с 50 баллами 28 сотыми возглавляет нашу таблицу результатов. Естественно, немаловажно, чтобы она сохранила не только эту ступеньку, но и настроение, сегодняшнее настроение до последующих соревнований. Но сейчас оценки Мерави, 16-летней француженки. Задумались судьи. Оцена за элементы техничные, выносит 18 пунктов. Ну что, 18.31 за технику. Сколько? Много, мало? И 14.03 нормально, 32, 34. Ну, сейчас, да. Я думаю, снес снимок. Снимок, балл, снимок, конечно, падение, касание рукой было обязательно. Вот балл, один балл сняли. За вот это страшное падение. Дедакшн, да, за падение сняли. И итого 31 балл, 34 сотых. А это значит, она занимает 8-е место сейчас. У нас...